Вот, сам я использую такой фонарик, наверное, уже более 10 лет. Я покупал его в 2010 году, и он мне служит верой и правдой, с ним ничего не происходит. Все они имеют защиту от влаги. И, в общем-то, очень надежный аксессуар и девайс. Ножик стоит 4320, вот. Ну а фонарь, соответственно, 4990 LD41, 960 люменов.